среду состоялось заседание областного правительства. Министры обсуждали один важнейший вопрос. Он касался изменений в региональном бюджете на этот год и на плановый период 2019-2020 годов. В связи с этим руководители отраслей разработали ряд нормативных правовых актов, которые были приняты на заседании правительства. Рассмотрение этих вопросов вызвано необходимостью внесения изменений в бюджет по согласованию с губернатором, по предложению Министерства финансов. Подготовлены изменения в бюджет в соответствии с нашим прогнозом по дополнительным доходам и изменениям структуры бюджета, исходя из этого. Вот, общей суммы более 2,7 миллиардов рублей. В соответствии с доходами увеличится статьи расходов областного бюджета на сумму в 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Таким образом, главный финансовый документ станет сбалансированным. Доходная часть будет не сильно превышать расходы. При этом основная часть средств будет направлена в социальную сферу. Большая часть средств, практически 1,5 миллиарда, у нас направляется на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, 1,2 миллиарда у нас направляется на социальные выплаты, так как мы понимаем, что категория и численность получающих социальные выплаты растет. У нас растет численность и по ветеранам труда, и здесь нужно сказать, что мы в полном объеме сейчас выполняем все наши социальные обязательства. Хотелось бы... Значительные средства будут в здравоохранении, чтобы выровнять ситуацию, сложившуюся в медицине. Дополнительные средства пойдут в образование, на выплаты зарплат учителям и педагогическим работникам. На соцподдержку направят деньги, которые получены в результате экономии министерствами. Так, например, за счет перераспределения средств будут обеспечиваться квартирами дети-сироты. Нормативные акты были утверждены на заседании правительства. Теперь их ждет рассмотрение депутатами законодательного собрания. Егор Цитов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.